Нужно быть осторожнее. Большой дом. Хьор и Льюфвина не теряли времени даром.
уже третий ящик забрали. Правило правильно, но хоть сказали. Так, вот и их дом. Дом кто-то ограбил. А мертвец, что лежит здесь, ни Хьоры, ни Льюфвина. Разбросанные свитки. Вор что-то здесь искал. Здесь завязался бой. И продолжился снаружи. Здесь только кровь. Куда же они пошли? Это кто-то из грабителей? След ведет дальше. За Тенгри! И за... Я слышал, кто... Сюда. Они еще ищут меня. Пригнись, мы проскользнем мимо. Идем. Женщину из Бьярмии. Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Я не видел ее, клянусь. Ты ничего не слышишь? Будь настороже. Вон там. Это она? Еще враг. Смотри. Осторожно. Теперь нам ничего не грозит. Боги Эйвор, как же ты вовремя появился. Это судьба. Я надеялся, что мы увидимся вновь, правда, ждал более спокойной встречи. Мы бежали от одной беды лишь для того, чтобы навлечь на себя другую. Пока король Риксик думает только о нехватке денег в казне, люди из Алой Руки держат всех в страхе. Те, что напали на тебя? И да, и нет.
Это лишь разбойники, им кто-то отдает приказы. Наверняка те, чьи имена в этом письме. И я... Здесь только прозвище. Это может быть кто угодно. Грязь часто попадает на улицы из водостоков замка. Искать нужно среди тех, у кого власть. То есть в совете? Хьор в нем состоит. Это нам на руку? Мы можем довериться ему в поиске ответов. Да, мы почти на месте. Хьор, смотри, кто здесь. В Йорвик при... Кажется, разговор прошел не так, как тебе хотелось. Нет, все в порядке. Риксик не станет мне мешать. Все понимают, от алой руки нужно избавиться. Но прошу. Простите, что я не пошла с вами. Меня утомляют эти перепалки. Зачем ал... Над... Я навет... Сейчас... Я... Склады. Торговые склады. Наверное, здесь хранятся товары купцов. Склад охраняют люди. Этот порт важен для ордена. Что ты тут делаешь? Ты должен сейчас быть на... Редкие товары. Они дорогие. Возможно, алая рука ими интересуется. Они копят деньги. Смотритель порта перепродает изъятый груз на рынке. Ему помогают торговцы, на чьих прилавках черная ткань. Может, я смогу привлечь их внимание, выдав себя за богача? Гейтский рынок. Похвастаюсь-ка своим серебром. Привлеку внимание торговцев. Слушай, у меня тут столько... Да. Копергейтский рынок.
Похвастаюсь-ка своим серебром. Привлеку внимание торговцев. Смотри в оба. Ключ. Отчего? Еще смысл? Точно не знаю, в чем дело, но Игла решил усилить охрану. Встретимся тут, как стемнеет. Пойдем порознь. Если с кем-то из торгашей не удастся договориться... Я слышал, на этом рынке очень любят серебро. У меня есть для тебя кое-что. Думаю, тебе нужен Григорий. Смотритель пор. Прости. Тот, кто хочет. Я и так. Ты что-то говорил про серебро? Я хочу потратить. Ты. Покажи, что там впереди. Пустые повозки и метка из черной ткани. Среди крыс прячешься, Игла. Ну-ну. Не стоит привлекать внимание. Звон металла. Мастерская в канализации. Что Игла там делает? Серебро. Часть до сих пор в ящиках. Его тоже забрали у торговцев. Они выплавляют из серебра слитки и монеты. Но... Серебро переплавляют в монеты. Странно, меня не... Ты... Челпай... Думаешь...
Грязный мерзавец ускользнул. Я покончу с ним на Копергейтском рынке. Давай, пройдемся. Гулять хорошо. Григорий! Славно, когда есть воздух. Нет, повод ты... Я здесь веду дела. Я решаю, что и как. Вы подчиняетесь. Забавно. В детстве я думал, что снег — божьи слезы, замерзшие из-за наших грехов. Слабый и голодный, я смотрел в небо, надеясь, что он плачет обо мне, хочет меня спасти. Но не Бог меня спас, а тайник. Он дал мне крышу над головой, сытную пищу, теплую постель. Впервые кто-то протянул мне руку помощи. Был добр ко мне. Пожалел. И тогда я дал себе клятву. Я поклялся, что никогда не предам того, кто, в отличие от Бога, мне помог. И ты служил тайнику, прекрасно зная, что происходит? Мы встретились благодаря ордену. Я был у ордена в долгу и отплатил тем, что спас этот город от гибели. Долг жизни — сильное чувство. Оно захватило всю его Хук и поглотило ее. Но сам-то ты не стал никого жалеть. Сколько людей пострадало из-за тебя, ради твоих целей? Верно. Может, я и заслужил смерть. Но я лишь спица в большом колесе. И оно все еще крутится. Пока что. Там, куда ты попадешь, а тебе плакать не будут. Я видел ее в залах совета. Нужно показать это Льюфвине.
Ну, какие вести? Игла нас больше не уколет. Молодец, Эйвор. Кто скрывался под этим именем? Любовь моя, на рынке совершено нападение. Смотритель порта, Григорий, мертв. Это игла. Он продавал изъятый товар и копил деньги для тайника. У него не было такой власти. Почему ему все верили? Печать совета. Вот тварь. Все хуже и хуже. Как он сумел ее заполучить? Вот что меня тревожит. Я продолжу заниматься приготовлениями к Йолю, но теперь буду держать ухо востро. Пойду. Осталось двое. Надо выяснить, кто же ищет христианские книги. Загляни в архивы. Должно быть, здесь Аудун копается в записях совета. Его здесь нет. Нужно осмотреться. Несколько важных свитков. На всех стоит печать. Ого. Спасибо, Аудун. Значит, беру их и ухожу. Да, бери. Эйвор, так ведь? Что привело тебя в архивы? Я пришел спросить про христианские книги. Льюфвина сказала, их крадут люди Алой Руки. И уничтожают. Боюсь, скоро они придут и сюда. А Батисса переносит книги в более надежное место. Она неустанно этим занимается. Ты льстишь мне, Аудун. Я лишь хочу помочь. Аббатисса Ингиборга — это Эйвор, наш почетный гость с юга. Он предложил свою помощь в борьбе с Алой Рукой. Чем я могу помочь? Значит, ты хранишь свитки в надежном месте? Где? Прости, Эйвор, но ты здесь человек чужой. Не понимаю, зачем тебе все это. Мне трудно тебе доверяться. Свиткам ничего не грозит. Я сделаю все, чтобы защитить их от Алой Руки. Мне нравится твоя стойкость. Но если с Алой Рукой не покончить, они так и будут нападать на тех, у кого есть эти свитки. Люди из Алой Руки точно знают, где искать эти свитки. Их кто-то направляет. Кто это может быть? Вы что-то знаете, я же вижу. У Аббатиссы есть подозрения. Как не больно об этом говорить, но в Риктории что-то неладно. Перешептывания, странные взгляды. А епископ под покровом ночи бродит по Риктории, навещает священников в странные часы. Пора и мне зайти к этим людям. На дороге к собору есть Риктория. Нужно поискать епископа там. Оружие и припасы, которыми даже крохотное войско не накормишь. Мне нужно заниматься подготовкой пира. Кстати, приходи на праздник, Эйвор. Выпьешь, повеселишься. Ты
старик тут? Вот и Ректория. Аббатиса считает, епископы, священники что-то замышляют. Как тихо. Куда все подевались? Подходи! Стой! Хватит! Отпусти, прошу! Почему ты весь в поту и дрожишь? Алая рука! Они повсюду! Прошу, не трогай меня! Похоже, все остальные сбежали отсюда, так почему ты еще здесь? Я жду епископа. Один из братьев сказал, что тот скоро вернется. Это все, что я знаю. И где этот твой брат? Он заперся у себя. В доме, вон там. Там кто-то прячется и вряд ли выйдет по своей воле. Мне нужно как-то попасть внутрь. Ну и вонь. Давно ты здесь? Кто ты такой, чтобы врываться сюда? И так обращаться с моей дверью? Сначала дверь, потом твоя рука, и не думай, что на этом я остановлюсь. Что? Что ты от меня хочешь? Я ищу епископа. Где он сейчас? В своих покоях. Сказал, что вернется, как только закончит какое-то дело. Прошло уже много времени. Веди меня. Что? Что ты хочешь с ним сделать? Живо. Боже помилуй. Покои епископа. Почему пахнет гарью? Нужно было... Оно! Вот? Христианские свитки. Аббатиса не зря подозревала епископа. Кровь. Здесь кто-то дрался. Епископ,
Ну и вонь. Будто дерьмо сурта. Так, обгоревшее письмо рядом с трупом. Епископ пытался спрятать его перед смертью. Кто-то знал, что епископ сомневается, и убил его, пока тот не проболтался. Это признание. Он участвовал в этих злодеяниях против своей воли. В той части письма, что уцелело, упоминается собор и Аббатисса. Неужели она хранит свитки там? Ищем везде, в каждой комнате. Враг все еще где-то здесь. О нет! Алая рука! Боже, помилуй! Тихо! Здесь полно страшных... Алая рука! Нужно идти! Придется подлатать! Я близок к разгаду отправляться в собор. Мы слишком долго прятались в тени. Смотри, Боба, нам не нужны незваные гости. Она не любит, как... Видимо, они захватили собор. Это должен быть какой-то другой путь.
место, священник. Прочь, прочь! Кощунство! Прекратите! Что случилось, святой отец? Аббатисса, они сжигают все эти книги. Почему ты их не остановишь? Потому что это мой приказ. Что? Пергамент, что горит перед тобой, исписан ложью. Пока он существует, ты не сможешь увидеть, каков мир на самом деле. Ложью? Аббатисса, что я слышу? Мы божьи дети, все мы. Не отрекайся от него в сердцах, умоляю. Покайся же, Господь тебя простит. Ты ведь знаешь... Твой разум отравлен, но не бойся, у нас есть противоядие. Мы укажем новый путь, по которому нужно идти. Ты сошла с ума? Я этого так не оставлю. Клянусь тебе! Тебе некому рассказать. Никто тебя не услышит. Не можешь видеть, как горят эти книги? Сгори вместе с ними. Уничтожьте все. Каждую книгу, каждый свиток, каждый клочок пергамента. Все, что есть. Пора с этим покончить. Да. Головня. Головня — это Аббатисса. Она убьет всех, кто будет ей мешать. Пора защитить. Тебя. Внутренний огонь. Он всегда был во мне. Жажда совершить нечто важное, великое. Но эта дверь была закрыта. Меня считали слишком суровой. Меня сторонились. Презирали. А потом меня заметил Орден. Они разглядели во мне огонь. Мужество менять мир к лучшему. И открыли мне эту дверь. Тогда ты решила уничтожить идеалы, в которые не веришь. Мы столько раз видели, что бывает, когда люди сами решают, что истина, а что нет.
Знания нужно держать в узде. Только так все люди смогут увидеть правду. Скоро останется лишь одна истина. Та, о которой говорит Орден. Она стремилась разжечь в людях пламя, но с помощью силы, а не мудрых наставлений. Очищению пришел конец. Я не завершила начатое, но многого достигла. Другие продолжат дело, ибо один из четверых наш. О чем ты говоришь? Что это значит? Пришел мой час. Огню преграды нет. И вечен он, как солнце свет. Тебя ждет Хельхейм и жестокое холодное пламя. Scott!